Всем привет, меня зовут Славанин, и это рубрика «Чужая муза», рубрика, в которой мы будем рассматривать примеры музыкального плагиата. Наверняка у каждого из вас бывали такие случаи. Утром услышишь какую-нибудь назойливую песню, а потом весь день ходишь ее и напеваешь себе под нос. И представьте, что вы человек, занимающийся музыкой профессионально. Вам нужно создать какой-нибудь мега-хит, и в этот момент ваше подсознание услужливо начинает подкидывать фрагменты таких ранее услышанных песен. Но назвать это полноценным плагиатом язык не поворачивается. Другое дело, что вы используете какой-то старый, хорошо проверенный материал с целью выдать его за свой. Вот это уже настоящий плагиат. Quest Pistols. Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого, Антон, Никита и Костя, наплясавшись, решили покорять и музыкальный Олимп, и выступить в новом для себя амплуа – поп-звезд. Первый хит «Я устал» весьма динамично покорил несколько вершин постсоветских чартов. Клип вышел в мае 2007 года и тут же попал в ротацию музыкальных телеканалов. Свой дебютный альбом «Для тебя» Quest Pistols презентовали в конце октября того же 2007 года. Диск стал золотым по количеству продаж и получил положительные рецензии. Ну а теперь давайте перенесемся и во времени, и в пространстве. 50 лет назад. Нидерланды. Ну а что мы вообще знаем о Нидерландах? Ну, есть оно, это королевство. Тюльпанами славится, да легализацией всяких сомнительных веществ, запрещенных в наших краях. Ну, кто-то еще, может быть, Рембрандта вспомнит, ну а футбольные болельщики назовут нескольких первоклассных игроков а-ля Ван Бастен, Рут Ван Гулит. А была там, кстати, еще отличная группа – Shocking Blue, та самая, которая пела «Винус», известную у наших меломанов как «Шизгара». Но речь пойдет о песне, увидевшей свет в далеком 1969-м на сингле «Long and Lonesome Road» – «Fireball of Love». Собственно, «Long and Lonesome Road» нас и интересует. Shocking Blue во главе с Маришкой Вериш и Робби Ван Левеном успешно соединили бит и ритм-блюз с восточным звучанием индийского ситара, дав в 70-х путь своему творению сначала к вершинам голландских, а затем и некоторых европейских чартов. Даже за океаном трек вошел в ротацию десятков радиостанций. Вот только у нас эта песня популярность толком так и не обрела, ибо отечественные меломаны упорно напевали пресловутую «Шизгару». Этим Quest Pistols со своими продюсерами и решили воспользоваться. Если уж на Западе в свое время прокатило, почему не прокатить здесь и сейчас? Надо только модных вставок добавить, да рэпчика толику. Про тебя не суди, я пишу. Означает ли, что я сейчас с тобой дышу? Возможно, я невозможно влюбчивый, но сегодня пропускай все юбочки. Лишь тебя сегодня вижу, ночь мне помогла, я готов тебе помочь. Но основа-то все равно осталась. Невозможно больше ждать. Well, I wonder, well, I wonder where I am. Я устал, хочу любви, да как что в мире, а ты боишься. Cause there's a long and lonesome road, gotta find a world of you and me, baby. Чести ради отмечу, что ребята из Quest Pistols никогда не отрицали, что «Я устал» — это своеобразный ремейк «Одинокой дороги», но при этом они никогда это и не афишировали. Ну а теперь в завершении смотрим и слушаем оригинал Shocking Blue — «Long and Lonesome Roads».